Жили все вместе, когда я был маленький, вся семья, и у меня был старший брат, и он есть сейчас, здоров, слава богу. И у брата была своя комната, вот, и брат ее запирал на ключ, потому что в то время, и уезжал на неделю, он учился в, так сказать, Макаровке, в высшем военно-морском училище. И я уже был смышленый тогда, так сказать, паренек, и я умудрился, значит, сделать отмычку для его, так сказать, комнаты, открывал, как только брат уезжал из квартиры. Но фишка самая главная была в том, что у брата в его комнате стоял магнитофон, бобина магнитофона, и, конечно, я дорвался до этого сокровища, и в том числе, конечно, значит, там был и рок-н-ролл, и разная музыка, и джаз, и блюз он записывал, даже не знаю, где эти записи доставал, и среди них была бобина с очень какими-то редкими записями, в том числе как раз вот там я и познакомился впервые с творчеством Зиновия Бирдмана. И можно сказать, что эти песни, да, то есть как бы они все-таки были, вот учитывая современное творчество сейчас, которое я слышу, я понимаю, что эти песни были пронизаны именно жизненной мудростью, да, какой-то. То есть эти песни учили все-таки людей чему-то хорошему, светлому, да. Можно сказать, что они были пережиты сердцем, да, вот, и вот это самое главное, наверное, что сподвигло меня потом к какому-то критерию написания собственных там песен, композиций, стихов и так далее, вот, потому что все-таки вот, можно сказать, наряду с такими людьми, как Галич, да, и Высоцкий, все-таки вот Зиновий Аркадьевич Бирдман, он весьма сильно, мне кажется, повлиял на творчество молодых музыкантов и поэтов и писателей в целом вообще. Вот, что, в принципе, понятно, да, потому что вот сейчас очень мало такого творчества вообще появляется, очень мало, к сожалению, людей, которые мыслят подобными категориями, да, подобным уровнем сознания, вот, в общем-то, наверное, и какой-то и гражданской позиции, да, и как-то и поэтической стороной, вот. Поэтому вот можно сказать, что и этому прекрасному, известному тюменскому вот автору-исполнителю я все-таки тоже обязан, так сказать, своим творческим развитием, так что огромная ему за это благодарность.